здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды в студии Виктория Хармелина. По всей территории республики продолжают идти дожди. Таким образом, 9 февраля синоптики объявили желтый код метеоопасности. А в центральной части ожидается и снег. Температура достаточно низкая, но плюсовая. А вот подробнее о ней узнаем через несколько секунд. На протяжении всего дня на севере страны погода будет пасмурной. Возможно, пройдет снег, а температура установится в пределах от минус 1 до 0 градусов. В центральной части синоптики обещают дожди со снегом, которые будут идти на протяжении всего дня. Дневной максимум не будет существенно отличаться от утренних показателей на термометре. Плюс 1 и плюс 2 соответственно. В южной части хоть и теплее, но и здесь погода не радует. Пасмурно и пройдет дождь, температурный максимум составит 5 градусов выше нуля. Не порадуют погодные условия жителей столицы. Утром начнется снег, который перейдет в дождь, а вечером снег снова возобновится. На термометре от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию. Это все о погоде в Молдове. А далее перейдем к европейской части и узнаем, какая погода там. Пройдет снег и в украинской столице, весь день будет пасмурно, а дневной максимум составит 1 градус тепла. В Москве стало немного теплее, от 8 до 5 градусов ниже нуля, и день пройдет без осадков. В Бухаресте преимущественно облачно, без осадков и достаточно тепло, от плюс 2 до 10 градусов. В отличие от предыдущих городов, в Риме будет солнечно на протяжении всего дня, от плюс 2 до плюс 12 градусов. Дождем со снегом настигли и Париж, утром от минус 3, а дневной максимум составит всего лишь 1 градус выше нуля. А в Барселоне ясное небо, но достаточно холодный воздух, на термометре от плюс 4 до 9 градусов. В Стамбуле значительно теплее, но во второй половине дня пройдут дожди, воздух днем прогреется до плюс 11. На протяжении всего дня будут идти дожди в Лондоне, столбики термометров дойдут до 4 градусов тепла. Это все о погоде на 9 февраля. Всего доброго и до встречи!